Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь програму «Це вас хвилює». І з вами я, Галина Щерба. По понеділках ми обговорюємо тему здоров'я людини. І сьогоднішній день, звичайно, не виключення. А справа в тому, що 24 жовтня на планеті відзначається Всесвітній день поліомієліту. Що це за хвороба така і чому їй присвятили цілий пам'ятний день календаря. Про це ми поговоримо із гостею нашої студії. Все про поліомієліт знає обласний позаштатний дитячий імунолог Тетяна Оскіна. Добрий день. Добрий день. Тетяно Володимирівно, у нас сьогодні дуже важлива тема розмови, до якої, я думаю, будуть дуже уважно поставляться наші глядачі – поліомієліт. Страшна насправді хвороба. ВООЗ присвятила їй пам'ятний день календаря. Чому саме? Поліомієліт действительно очень серьезное заболевание инфекционное. Оно вызывается вирусом полиомиелита, который передается в основном через грязные руки, через воду и через продукты, которые заражены этим вирусом. Основным источником является больной. То есть больной, в кишечнике больного размножается этот вирус, он выделяется скалом в окружающую среду, и таким образом происходит распространение этой инфекции. То есть если тщательно мыть руки и не пить, и не есть зараженные продукты, то практически заболеть невозможно полиомиелитом. Але ось такий спосіб передачі дуже характерний для багатьох хвороб. А пам'ятний день календаря присвятили поліомієліту на цілий світ. Чому саме? Потому что очень опасная инфекция. И эта инфекция опасна тем, что в основном вирус поражает нервную систему, вызывая парезы и параличи. Параличи в основном нижних конечностей, но бывает восходящий полиомиелит, который дает поражение дыхательного центра и остановку дыхания. То есть при полиомиелите большое количество детей становились и становятся до сих пор, если заболевают, инвалидами, и много смертных случаев. До вакцинальной эпохи, так называемой, количество таких детей было очень большое. То есть до тех пор, как ввели всеобщую вакцинацию против полиомиелита, это было, заболеваемость была 500 тысяч в год. То есть это огромное количество. И в Америке, и в Англии были целые госпитали детей, которые находились под, сейчас это называется искусственной вентиляцией легких, а раньше были железные такие инструменты, которые поддерживали дыхание, помогали детям дышать. И в 1988 году правительства стран, которые входили в Всемирную организацию здравоохранения, решили, что объявить борьбу полиомиелиту и вызначили день 24 октября, что это день будет борьбы с полиомиелитом, и решили, что поэтапно будут бороться с полиомиелитом. Вакцина, нет лечения полиомиелита, не существует. Это вирусное заболевание, и при заболевании полиомиелита только симптоматическая терапия, то есть не существует специфической терапии никакой. Поэтому, естественно, единственное эффективное средство защиты – это вакцинация. И профилактика. На сегодняшний день. Профилактика и в основном вакцинация. Если человек привит против полиомиелита, так как это положено по календарю, заболеть практически нереально, невозможно заболеть. Скажите, будь ласка, уже видно результаты цієї боротьби? Конечно, очень большие результаты. По-перше, це просвітницька робота, так? Конечно. До вакцинальной эры практически 150 стран все были поражены, везде был полиомиелит. И очень ученые всего мира по существу пытались создать вакцину, действительно, которая эффективная вакцина против этого заболевания. И впервые в 1955 году американский ученый Солк
Он придумал убитую вакцину против полиомиелита, так называемую инактивированную вакцину. Но первые опыты были крайне неудачные. Были случаи, то, что погибли дети в Америке, но потом уже выяснилось, что это, в общем-то, причина не в вакцине, а в фармацевтической ошибке была в создании. И вакцина на какое-то время была отложена. И потом уже второй ученый, Сейбен, тоже изобрел вакцину, но уже живую, ослабленную полиомиелитную вакцину, три штамма. И тогда вот и в 1961 году началась вакцинальная эра борьбы с полиомиелитом, когда во всех странах началась массовая иммунизация, и количество заболевания полиомиелита стало сокращаться просто на глазах. А вначале, ну, взрослые поколение, наверное, помнит, появились дрожжи от полиомиелита. Это были очень вкусные конфеты. И никто не боялся передозировки или что, потому что дети их, ну, могли съесть несколько жмений этих дрожжи против полиомиелита. А потом появилась живая полиомиелитная вакцина. И вот эти сначала 4 капельки, а сейчас вот эти 2 капельки полиомиелита спасают по существу жизни и здоровья многих-многих детей. На сегодняшний день вот это количество... Я хотела запитати, є хворі на сьогоднішній день в Україні? Да, я сейчас до этого дойду. А на сегодняшний день, значит, со 150 стран осталось только 3 страны, в которых еще есть живой дикий штамм вируса полиомиелита. Это Афганистан, Пакистан и Нигерия. Причем в Нигерии уже с 2014 года он уже не регистрируется заболеваемость. Он только есть в окружающей среде. Поэтому видите, какие успехи, да? Но несмотря на вот эти все успехи, то есть снизилось количество стран, где регистрируется вот этот дикий вирус, значительно уменьшилось количество заболеваемости, то есть вот с 500 тысяч снизилось, да, до буквально единичных случаев. На сегодняшний день, на, там пару лет назад это было всего лишь 33 случая полиомиелита. Но надо всегда помнить, что вирус мутирует, и вирус и всегда может быть опасным. И это нам говорит тоже определенные факты в истории уже теперешней. А в 2010 году это вспышка полиомиелита в Туркменистане и в Таджикистане, где было более 490 случаев. Перекинулась вспышка на Россию, 14 случаев. И это произошло за счет того, что на сегодняшний день в нашей современности огромная миграция происходит людей. Люди ездят с разных стран в гости друг к другу, по делам, по бизнесу. И таким образом может быть завезен вирус. Это первая проблема, дикий вирус в страну. И может вирус мутировать, вакцинальный штамм вируса, так как это было в Украине в 2015 году, когда у нас было 2 случая заболевания в Закарпатье. И тогда было решено провести 3 тура иммунизации детей, всех детей с 2 месяцев до 9 лет, и все детки получили у нас прививки практически. На Миколаївщині яка ситуація із поліомиелитом? Ну, если говорить вообще про Украину, да, то в 40-х годах 2000-го столетия 3000 случаев полиомиелита было ежегодно. То есть это огромное количество детей, которые становились инвалидами. Затем в 61-м году началась полиомиелизация населения. Количество сократилось до единичных случаев. Последний случай дикого вируса был на Украине обнаружен в 98-м году прошлого столетия.
Из 2002 года Украина была определена как страна, свободная от дикого штамма вируса, то есть свободная от полиомиелита. Но вот эти два случая полиомиелита, которые у нас были, да, они, конечно, поставили, да, они поставили под угрозу и наш статус страны, свободной от полиомиелита. И теперь мы должны этот статус подтвердить. То есть у нас на сегодняшний день у нас отслеживается очень тщательно охват вакцинациями против полиомиелита. Так называемое количество вялых параличей, то есть которые могут быть проявлением полиомиелита. И, конечно, забирается проба воды и все на обнаружение полиомиелита в воде и в пище, там, в почве. То есть работа ведется? Работа ведется очень большая, да, потому что статус у нас еще как бы так не определен. Давайте розкажемо про цю хворобу. Ви вже трохи про неї сказали, про її небезпеку, про прояви. І все ж таки, на що треба звертати увагу? На що треба пильно, за чим треба пильно стежити, щоб вчасно виявити? Ну, саме головне, тут ще раз я хочу уточнити, що чоловік, який привит проти поліомиеліта, заболіти поліомиелітом не может. Это 100% однозначно. Вот. Поэтому переживать следует, наверное, тем, кто не привит, не имеет ни одной прививки. Первые прививки у нас начинаются в 2 месяца у деток. Значит, 2, 4, 6. Это уже детки до года у нас получают прививки. Причем две вакцины они получают убитым вирусом. И следующий дальше идет в 6-18 месяцев, в 6 лет и в 14, это живой вирус. Это живой, ослабленный, это те капельки орального полиомиелита, вот эти две капли, которые защищают деток. Чем они отличаются и почему деткам дают то одну прививку, то другую прививку? Я не встигаю вам ставити запитання. Ви мене постійно випереджуєте. Якраз справді, у чому відрізняється ця вакцина? Чим вони для чого це потрібно? Чому треба вначале отримати інактивований поліомиеліт? Тому що він дає защиту від так називаємого вакцино-асоціированого поліомиеліта. Это, в принципе, считается осложнением вакцинации, если сразу прививаться живой вакциной. Но частота вакцины ассоциированного полиомиелита минимальная, то есть это один случай на 2 миллиона вакцинированных, очень маленькая. Но он все-таки есть, поэтому для того, чтобы вот, ее вообще убрать, вот возможность возникновения вот этого вакцино-ассоциированного полиомиелита, вот и ввели вот эту инактивированную вакцину. То есть вначале создается гуморальный иммунитет, а потом уже вот оральный полиомиелит дает местный иммунитет на слизистые кишечника, то есть защищает местное. Ко всему прочему, значит, если ребенок получает вот этот вот оральный полиомиелит, капельки, он становится выделителем вот этого полиоштамма в окружающую среду на протяжении 2 месяцев. И таким образом может обсеменять все вокруг и всех вокруг. Своих родителей, бабушек, дедушек. Если кто-то не привитый. Да. Все, кто, например, прививался давно или что, получает дополнительную дозу вакцины, вот этой вот прививки, и таким образом создается довольно стойкий коллективный иммунитет. Поэтому... Ось так, він не розповсюджує хворобу, а навпаки імунітет розповсюджує. Да, то есть он усиливает иммунитет. И таким образом у нас повышается защита против полиомиелита, и вот эти капельки, они предохраняют для развития. То есть они уже не дают развиваться или попаданию дикого штамма. Поэтому невозможна вспышка иммунитета.
Вспышка заболевания. Захворювання. А скажіть, будь ласка, хто, яка категорія людей під загрозою до цього захворювання? Невже треба ось таким крихіткам у два місяці вже давати, вже щеплення проводити? Вони ж начебто, ну, з чистотою, грязними руками в туалет не ходять. Матусі їх захищають. Согласна, но чем раньше, тем лучше, потому что ребенок может, кроме молока, употреблять воду и может быть с грязными руками заноситься, то есть это возможно. Поэтому, конечно, формирование иммунной системы, оно идет практически с рождения. Пока дитина не може сама себе доглядати. Пока ребенок, конечно. Чем раньше мы защитим, потому что после года ребенок уже встает на ноги и идет в коллектив, и он должен быть уже защищен. Чи є якісь верстви населення, які можуть бути під загрозою? В основном, конечно, чи може мешканці певної області? В основном это, конечно, дети младшие, до 5 лет. Они больше подвержены различным заболеваниям. И поэтому их и надо защитить. А по, скажем, по населению, тут сложно сказать, потому что за счет вот этой миграции тут сложно сказать откуда. Но на сегодня у нас, вот я же говорю, еще раз хочу повторить, три страны, где есть еще дикий вирус. Это Афганистан, Пакистан и Нигерия. За счет этого... То есть если люди собираются туда путешествовать, посещать эти страны, то, конечно, во-первых, они должны быть привиты, а во-вторых, они должны тщательно подходить к своей безопасности в плане мытья рук и не употреблять воду неочищенную и определенные, может быть, продукты питания без термообработки. Краще все ж таки попіклуватися про себе і знати про цю хворобу і способи її передачі. І тоді можна її попередити. Чи можна говорити, що небезпека цієї хвороби не тільки в її проявах, а і в її наслідках? Звісно, ми вже говорили, що заболівання дає тяжелі осложнення. Тяжелі осложнення проявляються в виде параличей. Параличей – это когда ребенок не может ходить, то есть это в основном, это на всю оставшуюся жизнь, это коляска инвалидная. Таким образом, все будущее зачеркивается, все планы рушатся, и, конечно, это большое горе для семьи. И самым тяжелым осложнением является, конечно, гибель ребенка. Поэтому, чтобы это не было, естественно, следует быть защищенным и, естественно, прививаться. На сегодняшний день... Чи є вакцина в Миколаїві? Прививки на сегодняшний день. Какие у нас существуют прививки против полиомиелита? Есть вакцины инактивированные, как я уже сказала. Есть моновакцина, имавакс полио называется. Есть вакцина... инактивированная, которая входит в состав комбинированных вакцин, так называемых. Это Инфанрикс полио, Тетраксим, Гексаксим, Пентаксим и Инфанрикс гекса. Вакцины европейского производства – это Франция и Санофи Пастер производства и Бельгия GlaxoSmithKline. На сегодняшний день эти вакцины поступают только через аптечную сеть, и на сегодняшний день их нет в Миколаеве. Батьки планируют сами попіклуватися. И нигде они не смогут их на сегодняшний день, к сожалению, приобрести, потому что они сейчас проходят сертификацию, и мы их ждем в ноябре. В общем, в свободной продаже. Что касается орального полиомиелита, то оральный полиомиелит, раньше он был трехвалентный. Это туда входило три штамма полиомиелита, первый, второй и третий штамм. Но опять-таки в связи с глобальной инициативой Всемирной организации здравоохранения по борьбе с полиомиелитом, с этой вакцины был изъят второй штамм, как самый реактогенный, первое. И второе, что этот штамм уже не определяется на Земле.
То есть он уже не фиксируется, не регистрируется. Поэтому на сегодняшний день у нас есть бивалентная вакцина. Это первый и третий штамм. И мы перешли на вся Земля, вся планета одномоментно в апреле 2016 года перешла на использование вот этой вакцины. Предыдущая вакцина вся была изъята везде со всех учреждений. И мы получили вот эту вакцину, и на сегодняшний день у нас ее предостаточное количество. Тобто всі... Это вакцина. Все желающие, все, кому, да, все, кому нужно, могут прийти и получить эту вакцину. За схемою, як да, потрібно. Да. И получается так, что у нас и проблемы с полиомиелитом возникли на Украине в связи с тем, что у нас был низкий очень охват. Не было вакцины на тот момент. У нас в 2014 году где-то было около 30% охват населения вакцинацией. В конце 2015-го за 9 месяцев у нас было 27% охват вакцинацией. И когда поступила вакцина, вот благодаря вот этим трем турам вакцинации против полиомиелита нам удалось поднять охват вакцинации до 87%. Это неплохо, но это еще не очень хорошо, потому что идеально 95%, когда нет возможности инфекции распространиться. И на сегодняшний день мы работаем, конечно, но, к сожалению, охват вакцинации оставляет желать лучшего. Чем вы можете это пояснить? Люди не хочут, низкий уровень просвітницької роботи серед населення, чи неактивні громадяни не розуміють важливості проблеми? На сегодняшний день у нас, конечно, выросло количество отказчиков. Это связано с вакциной АКДС, которую мы получили. Я понимаю, что есть определенные проблемы, то есть вакцина АКДС очень жесткая, но и иммунитет она дает более стойкий против коклюша. Она и заведена для того, чтобы вот эту вспышку коклюша убрать, которая на Украине возникла. И население вот испугалось вот этих вот да, проявлений реакции на вот эту прививку и отказываются совершенно вот от всех. Не хотят ни гепатит делать, ни полиомиелитом, ни против кори прививаться. И поэтому у нас выросла, и поэтому чуть ниже на сегодняшний день у нас вакцинация полиомиелита, чем нам бы хотелось. И это касается маленьких деток, деток до года и 18-месячных детей. В 6 лет у нас уже неплохой показатель, 72%, и в 14 лет у нас где-то тоже около 70%. Это тоже неплохо, потому что к концу года мы по существу выйдем, я так думаю, на 90-95%. Я надеюсь, что мы выйдем по вот взрослому детству. А скажіть, будь ласка, чого бояться батьки? Якась негативна реакція, з якою не можна впоратися? Якісь критичні наслідки? Було дуже багато різних негативних статей і в інтернеті, і в газетах по поводу полиомиелита, который поступил, вакцины полиомиелита, который поступил на туровые иммунизации. Что там она была заморожена, переморожена. Что вы, как лікар, можете сказать с приводу вакцины? Порадите вы сучасним матусям? Вакцина на сегодняшний день и тогда была абсолютно безопасная, эффективная и высокоэффективная, с хорошим качеством. Вакцина полиомиелит, она производилась так, что ее можно замораживать, размораживать неоднократно. От этого никоим образом эффективность вакцины не страдает, и она остается такой же безопасной и эффективной. Поэтому можно совершенно спокойно прививаться, не опасаясь за здоровье ребенка. А в связи с тем, что вакцина эта стала бивалентная, то есть двухкомпонентная, ну, я могу сказать, что безопасность еще увеличилась только безопасность. И реакции на эту прививку вообще не существует. У нас ее просто нет. Я вам дякую за
важливу бесіду. Я сподіваюся на свідомість і свідоме ставлення батьків до здоров'я своїх дітей. У нас залишається одна хвилинка до завершення програми, ви можете звернутися до наших глядачів. Уважаемые телезрители, хочу пожелать вашим деткам здоровья и хочу, чтобы они были защищены от всех инфекций, которые могут вызвать проблемы в их здоровье и в вашей жизни. Приходите, прививайтесь, защищайтесь и будьте здоровы. Будьте здоровыми и дивіться телеканал Миколаєв. Я ж прощаюся с вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре. До свидания.